Итак, всем здрасте. Собственно, распечатываем посылочку с Боксбери. И что там пришло? Давайте угадаем. С вами Ильич. И у нас алка посылки. Ядерный взрыв какой-то. Бумаги мне прислали. Вот, давай. Сюда залазь. Настя будет сейчас распаковывать посылочку. Вставай. Что там? Вытаскивай. Это какой-то мешок. Мешок? Давай его разрежем. Это какая-то бутылка сотая. Бутылка? Точно. Давай. Бутылка. Точно бутылка? Видишь? Вижу. Сейчас откроем. Давай, разрезай. Вот возьми ножичек. Мне разрешила сама ножичек. Мама тебе не разрешает ножичек? Ну давай, я разрежу. Открывай. О, точно бутылка. Точно бутылка, да? Посмотри. А какая бутылка? Давай вытащу. Давай вытащу. Опс. Оп. Это все. Там больше ничего нету? Глянь, посмотри. Там еще что-то есть? Нету. Нету? Все, да. Засовывай. Давай уберу коробку. И что за бутылка? Давай, скажи, что за бутылка? Это каким-то соком. Соком? Но непонятным. Непонятным соком? Желтым. Желтым соком? Да. Меньшов. Доброта 9%. Медоуха. Медоуха? Медоуха, скажи, медоуха. Медоуха. Папа будет пить теперь медоуху. Все, скажи спасибо всем за внимание. До свидания. Спасибо всем за внимание. До свидания.